Самый масштабный культурный молодежный проект Ненецкого округа «Арктический бал» и «Школа светских манер» продолжает свою работу. В эти дни ребята стали участниками уникальной фотосессии в стиле 18-19 веков. Ее проводят одни из самых лучших и востребованных фотохудожников России. За прекрасным преображением дебютантов «Арктического бала» наблюдала Любовь Пермякова. Легкие локоны, нежный макияж, аксессуары. И в руках профессионального фотохудожника одна из участниц проекта Марина Филиппова превращается в прекрасную грациозную даму. Такое преображение участникам проекта «Школа светских манер» дарит один из лучших фотографов России Ирина Засыпка. Фотосессия в стиле 18-19 века станет украшением арктического бала 6 декабря. Здесь каждое движение как произведение искусства. Участники проекта фотографируются по одному в парах и группах. Планируется, что портреты в дальнейшем станут визитной карточкой проекта. Ими уже заинтересовались многие печатные издания России. Это на самом деле колоссальная работа. С одной стороны, это очень сложно, потому что тебе говорят то, что подбородок чуть повыше, но ты не понимаешь, как нужно это сделать, и это сложновато. Ну, а с другой стороны, это очень круто. Было сложно держать ровно подбородок, стоять долго. Было долгое ожидание у нас. Но это трудная работа, и в итоге будет прекрасный итог. Сегодня фотохудожники работают в тандеме. Например, Вячеслав Засыпка занимался фоном портрета. Работа проделана колоссальная. На разработку одной темы уходит много времени. Минимум уходит месяц-два на разработку одной нашей темы. Идея о том, что костюмированные съемки, воссоздание тех былых лет, костюмы, особенно военные мундиры и плюс платья, которые украшают женщин. И началось это, говорю, в Сочи, костюмированная съемка. И с каждым годом мы начинали понимать и потребности людей, и желания, а именно женщин, мужчин. И от этого уже началась концепция разработок платьев, аксессуаров к этому. Напомню, «Арктический бал» и «Школа светских манер» реализуются в Ненецком округе при поддержке регионального департамента образования, культуры и спорта. Это уникальный молодежный проект, не имеющий аналогов в мире. Ребята на протяжении 2 месяцев знакомились с правилами поведения в светском обществе, постигали азы бальных танцев, стиля и этикета. Впереди участников проекта ждет встреча с представителем царской семьи Романовых Иваном Арцишевским. Финальной точкой проекта станет «Арктический бал». Любовь Пермякова, Антон Водряков, Леонид Шишелов, телеканал «Север».